Приветствую на моем канале. Спешу поделиться одним из познаний, откровений, которое Ишуа открывает. Ишуа — это я называю Святого Духа, который стал человеком, воплотился и прожил до 33 лет, был распят, умер, погребен был, воскрес на третий день и на 40-й день вознесся. Еще сюда к этому я прибавляю, на 50-й день он вернулся, а Святым Духом обратно. И вот случай описан, да, где Ишуа умыл ноги ученикам. И я сейчас в Фейсбуке ленту, значит, пролистывал новостную, и вдруг там у кого-то какая-то проповедь там про омовение ног. Но я ее абсолютно не стал смотреть, просто верхний заголовок там, заголовок или какую-то фразу я читаю, и вдруг я задумался. Дух Святой мне, так сказать, внутренне остановил задуматься над вот этим вот смыслом, да, омовение ног. Что же Ишуа делает? Смотри, он ученикам сначала сказал: вы очищены через слово, которое я вам проповедовал. Вы очищены через слово, которое я вам проповедовал. То есть он очищает внутри. Он очищает внутри. Ишуа очищает внутри. И когда он очищает внутри, ты ходишь по земле, и ты всегда пачкаешься, ты всегда спотыкаешься, ты всегда ну, пачкаешь свои ноги. У тебя всегда грязные, так скажем, ноги. Может быть, ты не так часто их пачкаешь, но во всяком случае, если ты ходишь в жаркую погоду, и на улице сухо, пыль, ты заметишь, что у тебя нижняя часть твоего тела, ноги, они грязные. Вот. А тем более в то время одевали сандали там. Вот. И ты по-любому пачкал. И люди, приходя домой, ну это как бы я так слышал, омывали себе ноги. Вот. Стояли тазики с водой, они омывали ноги, смывали вот эту вот грязь. Ты что это сделал на вечере, да? Он, значит, омыл ноги своим ученикам. В чем смысл вообще это был вещей? Это значит, он своим словом, он продолжает это делать. Он своим словом смывает с тебя грязь, которая прилипла к тебе в этом мире. Посмотрел новости, послушал где-то радио, прочитал где-то вот что-то, и соответственно ты попачкался, ты испачкался, ты этой грязью запачкал свои ноги, запачкал свое хождение по земле. Это неизбежно. Вот. И Ишуа что делает? Дух Святой, он смывает с тебе эту грязь. Чем? Откровениями, познаниями. Познаниями и откровениями он смывает с тебя эту земную пыль, эту земную грязь, чтобы ты оставался чистым, ходя по земле, чтобы ты оставался чистым, чтобы ты не осквернился, чтобы ты был чист. Вот. Чистым быть не потому, что это как-то вот особо, да, просто потому что это нормально, это гигиена, это нормально. И все люди с утра умываются. Я не знаю, кто не умывается. Ну, все люди умываются, чистят зубы. То есть ты делаешь эти вещи, ты идешь в ванну, ты купаешься, моешься, ты периодически себя смываешь определенную грязь. Вот, грязь, которую ты накопил. Вот Бог, он это же делает. Это делает с нами. Он сказал, вы должны делать друг другу то же самое. То есть, когда ты видишь брата, у которого происходят какие-то нечистые вещи, ты просто должен поддержать его, помочь ему. И как-то произвести какие-то вещи, действия,
направленные на то, чтобы там, брат или сестра помочь им очиститься от этой грязи. Вот. Но по действию Святого Духа пусть все будет. Это не потому, что там религиозно какие-то вещи там происходят, да, там кто-то согрешил в чем-то, и ты давай его уличать. Нет, абсолютно не в этом. Абсолютно все по-другому. Согрешил, значит, просто помолись. Или что-то такие вещи какие-то под водительством, под воздействием Святого Духа, под действием Святого Духа, по откровению, которое он дал, пусть будут направлены по отношению к тому или иному брату, чтобы сестре, да, чтобы с твоей стороны произошло вот это вот омовение ног. Омовение ног. Ну, на этом все. Всего хорошего. Мира.